В российской армии ничего не изменилось. Солдаты плохенько обмундированные, замерзлые, голодные, не выспавшиеся, гибнут сотнями, выполняя безумные приказы начальников. В то же время их командиры жируют, грабят местное население, воруют у своих же солдат, наживаются на тяготах своего личного состава. Они получат ордена и повышения, а простые солдаты навсегда останутся в безымянных могилах на украинской земле. Повезло тем, кто попал украинцам в плен. Они в безопасности. Позвонили родителям и вернутся домой. Правильно сделали те, кто уже вышел на территорию России. Участь всех остальных – бесславная гибель. Включите мозги. У вас еще есть шанс выжить. Просто уходите с нашей земли. Мы, украинцы, бьемся за свою страну и за свою свободу. Мы не сдадимся. Мы будем воевать до победы. Нам некуда отступать. Это наша земля. Слава Украине!